Всем привет, с вами Серега, направляюсь сегодня на рыбалочку. Выбрался на зимснаряд, сейчас иду на первую точку. Взял с собой спиннинг фаворит Bluebird. До 5 грамм попробуем половить окушка, не знаю, что из этого получится. В общем, сейчас дойдем до первой точки, где хочу попробовать половить. И уже там вам все подробнее расскажу, так что, ребят, погнали. Так, ну що, ребятки, собрав я все. Як і казав, ловлю сьогодні на фаворит Bluebird до 5 грам. Катушечка поставив Blackfire, флагман, 2000. Дальше що, грузі 2 грама джигріг. Поставив я козявку у фіолеті від M5 Craft. Поводочок 0,17 флюр, інтеч. І шнурочок має намотаний тут, теж інтеч, мікрон. 0,2, если не ошибаюсь. По-моему, да. Так что будем пробовать. Тут, конечно, подзаросло трохи, но я думаю, это нам не помешает. Опа, поклевка есть. Первый. Не крупный, но есть. С первого заброса. Кажуть, нельзя ловить, ну, я вже не перший раз доказую, що це не так. Я думаю, сьогоднішній день не стане ісключенням. Перший такий полосатий. Давайте даже фоточку зробимо. Виложу в інстаграм сьогодні фоток трохи з рибалки, а то я щось там взагалі з рибалки перестав викладувати. Ну, фоточки там моя теж, ребятки, класні є. Так що заходьте, підписуйтесь, ссылочка буде в описании. Думаю, вам понравится. Путь. Так, ну, фиолет работает тут, я уже не первый раз, кстати, дивлюсь, что фиолетовый цвет рыбе нравится именно на таких местах, на озерах и карьерах. Тут якось она, не знаю, якось по-особенному до него относится. Кстати, хорошо кинул сейчас. На старом снаряде я ловил, что на озерах, то дивлюсь фиолет, прям окуню, заходы на ура всегда. Опа, была поклевка, хорошенький. Под бережком действительно. Есть. Добрав. Це вже більшенький. Опа, єсть. Давай побільше вже. Хорошенький такий. Зараз навіть, мабуть, на штативі поставлю камеру. Трохи збоку поснімаю, щоб було. Ах ти скотина, а? Дивіться, з'їв, блін. Козявку. Бідну, нещасну. Так, ну що, ребятки, будемо пробувати далі. Пока что это местечко меня радует. Надеюсь, тут и будет и покрупнейшая рыбка. И пока вроде бы укрупняемся. Есть. Да, походу трошки укрупняемся все-таки. Блин, він зажирає, а хто зна куда. Голодні, блин, сидять тут. Я пока достану садок, все равно роса, я думаю, він сейчас, ну, не сдохне, если что. Блин, так лазать каждый раз не дуже прикольно. Ну что, ребятки, все, я все уже
сделал, перевязал или на новую точку. Может, там будет что-то получше. Подивимся, может, тут что-то клюнет. Води, кстати, поменьше, дивлюсь. Рибку сразу в воду кинем. Да, води нормально так поменьше, але бурянів ніяких не бачу, так що це хорошо. Так, ну що, будемо пробувати тут пісочок, я думаю. По-любому окунь есть. Также 2 граммчика поставил. Че грех. Упал. Помню, последний раз, по-моему, тут был, тут были водоросли. Сейчас немає. Странно, интересно, куда они делись. Ух ты! Вов, ты шо? Все хорошенько, что-то, блин, чисто поклевкость. Отдай сюда спиннинг, реально. Опа, он дальше клюешься. Я офигею. Ух ты, есть. Пока что самый крупный. Блин, класс. Стой. На козявочку. Клюнув с такой поклевочкой классной. Я сначала подумал, что он просто бойкий тут дуже. Тихо ты вот. Вот такие вот, ребят. Видите, какой классный. И котик пришел. Так, ну. Все же хорошо, но взял, блин, аккуратненько, так с краю, реально. Иди сюда. На, держи. Правильно попросив и пішов. И спасибо не сказал. Так, ну что, ребятки, он прошел все-таки. Там бурьяны ноги поколол себе и все. Здесь такого ничего нема. Рыба тут что-то не хочет клювать, и вода, я дивлюсь, какая-то в этой части такая зеленая. Такая, как водоросли расслабились. В общем, найдем назад. Пойдем, наверное, сейчас лучше ловить на пляж. Потому что там что-то поклевочки были хорошие. Ну и в принципе там поудобнее будет. Придется еще назад вот так идти, тоже ноги колоть. Ай, блин, больно. Так-то. Так, ну что, я перебрался на самое первое место, где начинал. Сейчас будем пробовать тут, блин, жаба опять до моих рыб доколопалась тут. Тут еще тенечек, я думаю, тут... О, даже бачу, мелкий окушок поплыл.
думаю, в тенечку еще тут буду клевать. Опа, опа. Да ты что, есть хорошенький. А, это щупак. Бля, сорвался, ну хотя бы не сгрыз. Щупак був. Не крупный. Ну что, ребятки, вот такое видео у нас сегодня получилось. В принципе, я думаю, недолго получится. Потом смонтирую, в итоге получится минут десь 15 максимум. В общем, половив сегодня непогано, в принципе, от 6 штучек я поймал, окушків таких стандартных, ну, не дуже крупных, було і лучше. Так що, ребят, кому понравилось відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, нажати колокольчик, щоб не пропускати нові відео, ну і всім пока!